Сегодня мы постараемся раскрыть тайну в Брукхейвен. Что это за генератор, как в него попасть и для чего он вообще нужен. Досмотри видео до конца, будет очень интересно. Перед тем, как мы начнем, у тебя есть возможность получить премиум бесплатно в Брукхейвен. Все, что нужно сделать, это подписаться на мой канал, поставить лайк под эти видео и в комментариях написать свой ник в Роблоксе и почему именно ты заслуживаешь премиум. Как вы знаете, в Брукхейвен вышло новое обновление, где добавили много интересных секретов. И это часть одной большой загадки, которую мы все пытаемся с вами разгадать в игре. На самом деле это довольно сложная история, но мы с вами имеем несколько очень классных зацепок, которые действительно мне очень нравятся. Мы с помощью моих подписчиков, которые мне помогали в комментариях, спасибо вам огромное, узнаем правду, что, как и почему. Кто не смотрел мое предыдущее видео, я выпускал обзор с новым обновлением, где рассказывал про некую электростанцию, небольшой генератор, который находится на задней части Брукхейвена. Сейчас мы туда отправимся с вами, и я вам детально расскажу и покажу, что это такое. Как туда попасть, я, ребята, уже разобрался. Спасибо вам огромное, вы мне подсказали. Вот здесь, ребята, у нас находится вот такая вот будка с генератором, которая оснащает электричеством весь город. И там мы видим, ребята, какую-то надпись: температура стабильна и некоторые объекты. Но попасть туда нельзя. Я туда попадал с помощью бага, но подписчики рассказали мне о том, что есть более легальный способ туда попасть, и не только. Когда я туда попал, там было написано, что в доступе отказано. Я пытался нажимать кнопки, но доступа не было. И сейчас, ребята, мы отправляемся с вами за ключ карты, который и открывает вот эту дверь. Она находится в полицейском участке. Но в таком месте без помощи, ребята, подписчиков просто невозможно было бы найти. Вот тут, во второй камере, которая у нас находится здесь, наверху есть вентиляционное отверстие. Все вы его знаете, с помощью него можно свалить из тюрьмы. Но, ребята, здесь есть то, от чего просто я был в шоке. Давайте достанем камеру, чтобы хоть как-то осветить, но тут и так все плохо видно. Здесь, ребята, у нас есть секретный проход, который, ребята, вот здесь находится. Я не знаю, видите ли вы или нет, но вы упираетесь в правую сторону стены и идете вперед, а потом резко проваливаетесь, то есть вы заходите туда. Так, вот, смотрите, ребята, мы попали с вами в комнату, которая здесь секретная. Тут у нас кое-что находится. Во-первых, здесь находится фотография какого-то персонажа. Я не знаю, кто это, но у него вроде как на груди написано ФБ. То есть это, скорее всего, ФБРовец, который мы знаем, ребята, попал, нашел это агентство, а потом исчез. Внизу мы видим какую-то трубу. Что это за труба, я не знаю. Пишите свои догадки в комментариях, что это может быть за труба. Но тут у нас есть секретное, спрятанное, ребята, место, которое, ну, просто нереально, очень тяжело найти. Оно находится за вот этим вот шкафчиком. Если мы с вами отдалим камеру, то мы видим здесь вот такую вот ключ-карту. Это синяя ключ-карта, на которую мы можем нажать, и мы получаем ее. И да, эта ключ-карта как раз-таки и открывает вот это вот электрическое хранилище. Мы выходим на улицу, ребята. Далее мы опять садимся на тачку нашу. Так, садимся. Едем опять к этому генератору, но уже у нас есть ключ-карта. Понятия не имею, ребята, что это может означать, что это за генератор, но мы сейчас с вами там все осмотрим. Я уже, конечно же, там бывал, я уже смотрел, что там и как. Но у меня есть куча вопросов, которые я хочу вам задать, которые вы должны ответить в комментариях. Итак, приезжаем вот сюда, заходим и попадаем внутрь совершенно беспрепятственно. То есть, как вы видите, без карты мы пробраться сюда не можем. Но если мы берем карту, оп, и дверь открывается. Тут у нас слева находится вот такой вот блок. И справа у нас находится, ребята, вот эта вещь. Как видите, он у нас выключен. Это рубильник, который подает электричество. Куда он его подает, непонятно. Тут мы можем, ребята, ввести свой пароль. Но мы можем ввести свой пароль только если вы зашли с картой. Если вы зашли без
без карты, то вы пароль ввести свой не сможете. И тут пишем пароль, ребята. Пароль — это ваш ник. Поэтому пишем свой ник. И все, ребята, мы получаем доступ. Теперь же мы включаем вот этот вот рубильник. И бамс, он включается. Что это означает? Что включается? Тут уже, ребята, второй вопрос. Но у меня есть одна небольшая догадка. Возможно, этот рубильник связан с одной из секреток, которую мы с вами находили ранее. Я хочу поехать в больницу, где находится одна секретка этого тайного агентства. И там посмотрим. Кто не видел эту секретку, сейчас я вам покажу. Там у нас находится очень странное место, которое я понятия не имею, для чего оно нужно. Находится это все в больнице. Мы приезжаем с вами в больницу, идем внутрь, и нас интересует комната с X-Ray'ем. Мы видим новую переделанную табличку, но сейчас у нас она вот выглядит вот таким вот образом. За ней есть секретный проход, который ведет нас в эту комнату. Тут у нас есть записка. На этой записке очень много подсказок, которые приводят нас к другим, ребята, секретам, которые разгадать действительно очень сложно. Давайте я вам прочитаю, что здесь написано. Тут написано, это рапорт, который сделал какой-то ученый, возможно. Все говорят, что это будет по-другому. Тем не менее, история повторяет себя. Я не могу определить источник силы, источник мощности, но мне кажется, что он где-то вне этого мира. Возможно, история укажет нам путь. Что это, блин, такое? Какая история должна нам указать путь? Я подумал, что если мы включаем с вами этот рубильник в генераторе, возможно, что-то произойдет в этой комнате. Поэтому мы нажимаем, ребята, и появляемся вот здесь. Как видите, это довольно странная комната. Непонятно, что здесь происходит. Когда мы сюда попадаем, у нас начинает светиться рука. Здесь есть вот такие непонятные абсолютно предметы, которые я не знаю вообще, как нам находится. Ребята, как раз таки то, что мы включили, показывает нам координаты. Когда мы не включаем с вами источник, то тут написано что-то про гравитацию, я точно не помню. Но когда мы включаем, здесь у нас появляются координаты и время. То есть получается, мы должны отправиться по этим координатам и найти какой-то источник, источник силы для этой комнаты. Поэтому, ребята, я хочу туда отправиться. К сожалению, найти эти координаты или как-то вообще определить, я понятия не имею, как это можно сделать. Поэтому я принял решение сделать таким образом. Сейчас будет как раз-таки то время, в которое что-то должно произойти, и я решил залезть на самый-самый верх, на вот эту вот гору, откуда открывается вид на все. И я подумал, что если мы сможем в это время быть на горе и увидеть как раз-таки происходящее, может быть, мы должны же увидеть, если что-то произойдет, правильно? Поэтому мы забираемся вот сюда и внимательно, внимательно начинаем следить за всем, что происходит. Остается совсем чуть-чуть, ребята, 8.13, я напоминаю, 8.13. Так, остается чуть-чуть и... Ну что ж, смотрим. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Бумс! Итак, ребята, время наступило, но я пока что ничего не вижу. Давайте попробуем вернуться в ту комнату и посмотреть, что в этой комнате, ребята, в той, где у нас находилась вода. Возможно, там что-то уже будет, возможно, там что-то поменяется, я не знаю. Телепортируемся и смотрим, будут ли какие-то изменения в этой комнате или нет. Так, нажимаем, попадаем вот сюда. Опачки, ребята, смотрите, теперь изменились координаты и изменилось время. Я думаю, ребята, мы должны с вами в этом разобраться.